Это священная земля. Уходи отсюда. Ну, либо объясняйся, либо уходи. Кто ты? Я пришла с миром. Отвечай на вопросы. Кто ты? Для друзей Кассандра. Для всех остальных хозяйка Орла. Я Дафна, первая из дочерей Артемиды. Похоже, я нашла того, кого искала. Кто тебе нужен? Воин, охотник. Тот, кому неведом страх. Тот, кто пройдет испытание. Разве можно отказаться после таких слов? В этих краях водится дикий вепрь. Мне нужна его шкура. Мне нужно убить свинью? Это необычный вепрь. Посмотрим, справишься ли ты с ним. Убей его, принеси шкуру. Я буду ждать. Награда тоже. Кассандра! Здесь прекрасно, правда? Боги так близко. Я чувствую присутствие Полона. Как дела с Элпенором? Поговорим об этом позже. Кто это? Простой паломник. Он был у Оракула. Я спросил, так ли она всесильна, как говорят. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и Оракул. Ты не соврал. Это и правда копье Леонида. Само сорвалось с языка. Малака. Варнава, думай головой. Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы поладите. Как же... Ты узнал копье, лишь взглянув на него. Ты непростой паломник. В Дельфах все сложнее, чем кажется. Даже я. Меня зовут Геродот. Я историк. Или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу. Людей гонят прочь. Я представляла Дельфы совсем другими. Здесь всегда было так? Нет. Раньше в Дельфах были рады гостям. Всему виной война. Политики используют Пифию в своих целях. В военное время пророчества вызывают волнения. Держи оружие в ножнах. Кровопролитие считается оскорблением Аполлона и сурово карается. Безумие какое-то! Неужели столько людей хотят увидеть Пифию? Это не просто люди. Каждый город присылает сюда послов от имени своего народа, чтобы получить совет. Пифия решает судьбу не только отдельных людей, но и всего греческого мира. Огромной властью обладает тот, кто вкладывает слова в ее уста. Это Аполлон! Само собой. Ты сомневаешься, можно ли верить Пифии? Что она сказала? Я спросил ее, как нам закончить войну. Она ответила... Весне не следует желать зимы. Она несет ей погибель. Как мудро. Я не понял ни слова. Ну, поэтому она там, а мы здесь. Уж угрозу-то я узнаю сразу. Ха-ха-ха-ха! Ты слишком долго жила на Кефалинии.
Я хочу поговорить с Пифией, но очередь. Да я состарюсь раньше, чем дождусь. Ха-ха-ха! Да ты шутишь! У тебя нет недостатка в оружии! Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ладно. Но если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Она потрясающая, правда? Я хочу увидеть Пифию. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять место в очереди. Я похожа на того, кто готов ждать? Ощути силу света Аполлона. Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай мудро, смертная. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать? Я ищу отца. Настоящего отца. Кто он? Это ты! В моем видении! Дитя на скале! Откуда ты знаешь? Уходи отсюда! Иди! Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. В Каосасе ты бросила вызов жрецам. Ты спасла девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос. Пифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов. Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же. Она видела меня ребенком на скале. Любой мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделала? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком? Слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Ты многое знаешь о Пифии. Где ее найти? Если ее нет в храме Аполлона, значит, она в своем доме, в хоре Дельф. Не могу же я врываться во все дома подряд. Дом Оракула будет несложно узнать. Она единственный человек в хоре Дельф, который может позволить себе жить в роскоши. Где в хоре Дельф находится дом Пифии? Я слышал, она живет на окраине. Но помни, ее охраняют. Не все являются к Оракулу с благими намерениями.
Я разыщу дом Пифи и получу ответы. Помни, Кассандра, где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет. Мистия, ты услада для моих старческих глаз. Свежая, сильная. Я бы охотно купила твое тело, а не услуги. Полегче. Не на ту напала. Извини, я поражена, что боги послали мне кого-то сообразительного и в то же время настолько привлекательного. Рада слышать. У Карагаса, моего мужа, трудности. Он не может утолить мою жажду утех. Думаю, никто не смог бы. У меня много любовников, но он мне дорог. Не описать, как мне хорошо с ним. И не надо. В молодости мы убегали в лес под луной, сбрасывали одежду и ласкали друг друга до рассвета. Наши стоны эхом разносились по долинам. Нет, женщина! Избавь меня от этого! Не ожидала, что грозная наемница будет брезговать удовольствием. И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает тому, кто его выпил, силу и выносливость Эроса. Принеси ингредиенты, и я напою им своего мужа. Ладно, я помогу тебе. Только оставь свои ночные похождения при себе. У нас с Карагасом есть деньги. Для эликсира мне нужны мошонка медведя и язык оленя. О, и ничего больше. Я хорошо заплачу. Карагас тоже не останется в долгу. Поблизости есть медведи? Я слышала, крупный медведь облюбовал пещеру у святилища. Рядом водятся олени. Это Факида. Здесь повсюду олени. Весьма странный эликсир. Как ты о нем узнала? Пифия рассказала мне о нем. Она мудра, а я ведь не знала, что столкнусь с такой напастью. Я принесу ингредиенты. Мистия, ты как раз вовремя. Ингредиенты у меня. Кто это, Ауксессия? Мистия, которая вновь зажжет огонь нашей любви. О нет, ты ведь знаешь, я не могу утолить твой голод. Твоя похоть убьет меня. Глупость. Я приготовлю эликсир, который дарует тебе силу молодого мужчины. О боги, я так больше не могу. Во имя богов, мне кто-нибудь заплатит. Меня стошнит, если я продолжу это слушать. Ох, молодежь, вам чужда истинная любовь. Вот этого должно хватить. Спасибо. Что ж, Карагас, я сделаю эликсир, а с тебя масла. Малака! Это же хозяйка орла! Подросла со времен Кефалини. А ты постарел, Фоти, дыхание пса. Последний раз, когда мы виделись, я подожгла твой корабль. Корабль и бороду. К счастью, я почти ушел на покой. Здесь люди платят наемникам больше, чем на Кефалини. Конечно! Больше, чем Маркос, как пить дать. Все платят больше, чем Маркос. Тебе повезло, что с ним работала я. Я сразу понял, что он паршивый плут. Теперь я беру что попроще. Сейчас, например, работаю стражником. Обычно это легко.
Наемника только могила исправит. Нам тяжело отойти от дел. Ты права. С каждым днем я понимаю это все лучше. Бед не оберешься. Что-то случилось? Жрецы ограбили сокровищницу. Забрали сапфиры, подарок царя Фракии. Мерзавцы. Твой хозяин будет зол. Да, в отличие от тебя. Проучи этих мерзавцев. Найди их и сапфиры, и я заплачу тебе лучше, чем платят на Кефалинии. Ладно, я помогу. Но... Но что? Сам знаешь, это дорого стоит. Ха, ты надежный соратник. Опасный, жадный, но надежный. Так, я ищу жрецов. С чего начать? Жрецы не умеют воровать. Думаю, они где-нибудь прячутся. В пещерах на западе. Зачем жрецам красть драгоценности? Серебро и деньги на месте. Они знали, что самое ценное – это сапфиры. Жрецы как-никак. Кстати, я нашла тело жреца. У него было письмо. Хм, чтоб я в Аид провалился. Да, те самые жрецы. Что там? Они собирались продать добычу в крепости Десфина. Схожу туда. Как странно. Мерещится всякое. Лучше проверить. Я слышал, командир изучает боевые построения спартанцев. И? Стратегия — это хорошо, но их жажда... Проверю, труп это или нет. Прикройте! Нет, ни шанса. Вот они. Испачканы кровью, но все еще сверкают. Ликуй! Сапфиры нашлись!
А почему они в крови? Жрецы — никудышные воры. Хм, был бы я хоть немного моложе, попытался бы торговаться. Счастье, что ты старик. Хм, вот безделушка из сокровищницы. Никто не заметит. Надеюсь. Или ты отправишь за мной другого наемника. До встречи, Фотий. Хм, если увидишь этого пса Маркоса, скажи, пусть платит больше. Они хорошо защищают Тифи. Оракул внутри. Наконец-то я получу ответы. Стража! Не бойся. Мне просто нужны ответы. Пифия — священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Довольно лжи. Говори, я хочу знать. Не могу дышать. Если закричишь или солжешь, я перережу тебе глотку. Я и так обречена. Они узнают о тебе. И теперь меня убьют. Кто? Культ космоса? Отвечай! Да! Служители культа. Они тебя убьют. Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена? Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы? Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Я была в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя ты. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Расскажи, где искать культ. Скажи, где они, или будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек. Проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в Хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Элпинор? Он служит культу? Я не уверена, но если да, то у него есть все, что тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. А теперь вон отсюда! Вот тебе и хитрость. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? Ну, что тебе сказала Пифия? Меня ищет культ космоса. Но я найду его раньше. Они собираются в тайном зале под храмом Аполлона.
Так это правда? На что-то они годятся. Одурачили меня. Туда не попасть без маски и плаща. По ним адепты культа узнают друг друга. Храм Аполлона легко найти. Он рядом с пещерой Геи. Но как ты проникнешь туда? Нужны плащ и маска. Пифия сказала мне все, что нужно. Встретимся у храма. Но сперва я убью Элпинора, этого проклятого лжеца. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Вот. Это даже не удивляет. Элпинор! Ах ты трус! Я чую его вонь. Как жаль. Мы бы осыпали тебя драхмами до того, как убить. Не принимай близко к сердцу. На самом деле нам нужна твоя мать. Остановишь то, что грядет. Смирись. Культ получит желаемое. У нас уже есть Деймос, и мы найдем твою мать, а ты умрешь. Ошибку. Мне не стоило верить тебе на Кефалинии. Ты жива только благодаря мне. Культ хотел твоей смерти. Какой культ? Где они? Удивительный кристалл я нашла у Элпинора. Лучше его беречь.